Христос воскресе! Воистину воскресе! Прославляя воскресшего Христа Спасителя, мы в нынешнее воскресенье, как и неделю назад, неделю жен Мироносец, сегодня слышим о том, что предшествовало воскресению Христову. Но если в неделю жен Мироносец это была история о погребении Спасителя, то сегодня, в неделю о расслабленном, мы слышим об одной из причин, по которой люди решили погубить Христа. Почему люди убили пришедшего к ним Бога и Творца? Сам Господь сказал, что с Его воплощением в мир пришел свет. Но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были тьма. Но как сами люди объясняли свои действия? Царь Ирод, услышав о рождении царя иудейского, думает, что этот царь мешает его земному царству и убивает вифлеемских младенцев. Первосвященники прикрываются заботой о людях. Они говорят так: лучше одному человеку умереть за народ, нежели всему народу погибнуть. Потому что если признать, что Иисус и есть Христос, Царь, Спаситель, Избавитель, тогда придут римляне, по чьим игом находится Иудея, и перебьют всех. Хотели убить Господа за то, что Он называл Бога своим Отцом. И хотели убить Господа за то, что Он нарушал закон, нарушал день покоя. Закон, по слову апостола Павла, духовен есть, но человек материален. И человек извратил закон. И Господь, пришедший спасти человека, напоминал о том, что суббота для человека, а не наоборот. И поэтому Господь творил дела любви и в субботние дни. И вот в один из таких дней Господь вошел в Иерусалим, и у овчих ворот, тех дверях в городской стене, через которые водили жертвенных животных для Иерусалимского храма, была купальня. Вокруг нее было собрано множество больных людей, потому что временами вода получала целительные свойства. И вот Господь среди этих больных, увечных людей находит одного расслабленного, разбитого параличом человека, который находится здесь уже 38 лет. И на вопрос: хочешь ли быть здоров, больной отвечает: человека не ему. Нет того человека, который поможет ему спуститься в воду. И вот таким человеком для больного становится сам Бог, ставший человеком. И если в этой купальне исцеления происходили время от времени, то для Господа, Творца Вселенной, нет никаких ограничений. Он всегда может помочь, простить, исцелить. И Господь исцеляет болящего и говорит ему: возьми свою постель, носилки, и иди. А это суббота, и больному бывшему говорят: ты делаешь то, что делать нельзя в субботу, ты нарушаешь закон. Но, возражает бывший больной, тот, кто меня исцелил, сказал мне сделать это. А кто тебе исцелил? Но исцеленный не знает, потому что Господь, совершив чудо, тут же скрылся. Уже позже в храме Спаситель встречает этого человека и говорит: вот, ты здоров, не греши больше, дабы не случилось с тобой нечто худшее. Оказывается, есть еще нечто худшее, чем быть больным несколько десятков лет. Что делает этот человек, узнав, кто его спаситель? Он идет к фарисеям, тем людям, которые собирают на Господа обвинения, и говорит: тот, кто меня исцелил, это Иисус. И уже тогда, в первый год служения Спасителя, хотели убить его за то, что он совершает такие дела, чудеса, дела милосердия, любви в субботу. Что же двигало этим человеком? Был он такой наивный, простой?
Свидетель Иоанн Златоуст в одной из своих бесед говорит, что этот человек предал Спасителя и за предательство получил награду, стал слугой первосвященника. Именно ему во время ареста Христа Бога в Гефсиманском саду апостол Петр усек ухо, а Спаситель тут же его исцелил. Это же самый человек, имя Малх, на допросе у первосвященника ударил Спасителя по ланите, по щеке, сказав, как ты разговариваешь с первосвященником. В средние века даже родилась легенда об очень злом и неблагодарном человеке, Малхе, который осужден на вечное пребывание в склепе, где ходит по кругу. И эта история, евангельская история о расслабленном, история о Божьем милосердии и о том, как человек реагирует на любовь Бога. Человек может стать предателем. Все, что мы имеем, это дар от Бога, дар жизни, дар веры, наше общение, наши материальные и духовные блага. И за все это можно Бога и нужно благодарить. И имея такие дары от Бога, можем ли мы унывать, малодушествовать и озлобляться? К сожалению, можем, потому что мы немощные, греховные люди. Но мы должны знать о нашем призвании. Призвание быть теми людьми, которые учатся Бога любить и Бога благодарить. И наша служба, литургия носит еще одно название – Евхаристия. Это греческое слово и означает «благодарение». Мы благодарим Бога за дар Его любви, за дар Святого Причащения, дар нашего единения со Христом. И перед причащением мы читаем слова молитвы, в которой упоминается и Иуда, и этот предавший Господа человек. «Небо врагом твоим тайну повем, не лобзани те дам яко Иуда, на разбойник исповедуй тебя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». Царство Христа там, где Христос, а Христос в церкви, Христос в таинстве причащения. И таинство причащения делает нас наследниками Христова Царства и участниками Его воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос Бог наш! Аминь!